Представляем вам новый обзор вот такой G-Tour Dashing. В чем представляется вот этот автомобиль, все подробнее расскажу. Полностью светодиодная оптика вот здесь и вот здесь. И название такое прикольное, G-Tour Dashing. Вот, здесь номерные знаки устанавливаются. Вот, сейчас покажу, как работает по аварийке. Вот так. Вот здесь совсем по-другому открывается дверь. Просто нажимаешь вот так, и все открылось. Вот задний салон, вот такое сиденье. G-Tour тоже написано. Все заводское, кожаное и все такое. Здесь ремень можно, кстати, одеть. Вот, сейчас мы закроем. И, кстати, диодная дверь. Вот так. Полоса. Вот так открывается, как в Hyundai. Здесь какая-то еще кнопка. Здесь открываешь окно. Но сейчас он не работает. Так, закрываем. И без всяких лишних. Так, здесь вот такая полоса диодная. То же самое. И вот здесь надпись G-Tour светится. Вот здесь есть 4 отвечающие за окна кнопки. Здесь за блокирование. Здесь открыть и закрыть, как по-обычному. Вот здесь руль. Садимся на вот такой автомобиль. Вот здесь сигнал. Совсем по-другому сделан. Вот здесь отвечающий за движение, то есть назад, нейтралка. Так, сейчас все, наверное, видно вам. П — это кнопка, коробка передач автоматическая. Так, сядем, посмотрим. Вот здесь полностью сенсорный экран. Вот здесь это как, ну ладно, перейдем. Планшет вот такой, и здесь отвечает за спидометры. Вот здесь и кстати, отвечающий за километр в час и тяг и все такое. Здесь у нас вот такие кнопки есть, как вы заметили, и вот здесь. Коробка передач совсем по-другому. На Э, на нейтралку и на Д. Вот так переключаешь. Вот, вперед, вниз. Вот эта кнопка, это уже паркинг кнопка. И вот здесь, то есть, типа... Здесь у нас такая маленькая от компании Sony. Вот. И еще вот здесь отвечающий за музыку. Вот здесь это козировался вот таким стеклом. И подсветка на Китае. Там на китайском, и сама компания G-Tour. Посмотрим, как работает свет вот здесь, внутренний. Это полностью LED свет. Здесь ложится, как обычно, очки и все такое. И посмотрим вверх. У нас
есть вот такой панорамный люк. Здесь можешь посмотреть, что там впереди творится. Кстати, сзади можешь посмотреть. Так, а здесь у нас вот такой. Вот такое зеркало. Давайте мы сейчас посмотрим на вот такие диски. Так, вылазим. И закрываем вот эту водительскую дверь. Вот такие диски выглядят. Новые такие. Ну, главное посмотреть, что здесь вот так грязные. Ну, ладно. Но зато диски вот такие колеса. Прикольные. И впереди тоже как светодиодная оптика. А здесь противотуманки. И та же вот здесь касается. Вот здесь там решетка. А там то же самое внутри, это решетка радиатора. Вот здесь в некоторых местах установлены камеры. Давайте посмотрим. Вот здесь камера панорамная 360 градусов. Так. Вот здесь камера. И наверху тормозной свет. Вот здесь. И еще вот здесь, как по обычному. Еще есть вот здесь камера. И впрочем, все такого. Вот такой автомобиль, G-Tour, Dashing. Ну и всем пока.